распространили уже несколько сотен документов. Там есть конкретные данные, конкретные случаи, конкретные компании, конкретные лица. Если вы считаете, что этих доказательств недостаточно, то что для вас доказательства? Мы эту тему так не оставим. И ваши попытки сместить превратить наши конкретные претензии к вам и вопросы в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде, не пройдут. Вам придется представить конкретное объяснение той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине.